В течение ближайших двух недель в Мюнхене будет проходить фестиваль пива «Октоберфест», любимый и местными жителями, и туристами, одно из самых узнаваемых туристических событий в Германии, если не самое узнаваемое. Мэр Мюнхена объявил еще до открытия, что он не ожидает рекордного количества посетителей, а равно рекордного количества проданного пива. А скорее он намерен именно в этом году позаботиться рекордно о том, чтобы сами жители Мюнхена чувствовали себя в эти дни наиболее комфортно. Мэр также защищает решение поднять цены на пиво. Это вызвало массу протестов и возмущенных публикаций в немецкой прессе. В этом году цена пива на Октоберфесте составляет от 10 евро 80 центов до 11 евро 80 центов за литровую кружку. Это на 3 с лишним процента больше, чем в прошлом году. Для наших иностранных гостей это очень дешево, вам тоже стоит это признать. Я думаю, что если вы поедете в скандинавские страны, или если вы приехали из США или Австралии, то вы знаете, сколько там стоит литр пива. И будет здорово, если цена не изменится в ближайшие 2 или 3 года. Но до сих пор компании-пивоварни не справлялись с тем, чтобы исполнить это пожелание. И я думаю, надо очень долго оставаться мэром, чтобы застать такое хотя бы однажды. Электросамокаты на Октоберфест – это, конечно, то, что нас несколько беспокоит. На самой площадке это не проблема, там их не будет, об этом позаботятся на входе. Но, конечно, есть окрестные районы и в целом городской центр, где в определенное время дня много людей. Все идут по своим делам в определенном состоянии. Эти толпы и электросамокаты – очень плохой микс. Не забывайте подписываться на Оствест. Мы говорим с вами на одном языке.